За прошедшую неделю в отделе МВД России по городу Бирску зарегистрировано 455 сообщений о происшествиях, в том числе 28 преступлений, из которых раскрыто 18. Из числа ранее зарегистрированных преступлений раскрыто 6. Так, 27 июля в отдел МВД России по городу Бирску обратилась с заявлением жительница города Новосибирска, которая сообщила о том, что ее родственник, житель Республики Беларусь, который работал и проживал на строящемся объекте в городе Бирске, уже как неделю не выходит на связь со своей мамой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены лица, работавшие и проживавшие совместно с пропавшим. Так установлен 38-летний гражданин Украины, от которого принята явка с повинной о том, что 15 июля 2016 года в ходе конфликта он нанес телесные повреждения пропавшему, от которых тот скончался спустя неделю. 23 июля подозреваемый совместно со своим знакомым вывезли тело в лесополосу за микрорайон Раздольный города Бирска. Разыскиваемый был обнаружен в месте, указанном подозреваемым. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый арестован.